Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию с нашего 5-го сезона. Ребята, в предыдущей серии мы уже занялись в некоторой степени нашим рестораном. То есть мы уже потихонечку начали стремиться, чтобы начать делать какую-то еду. Даже уже некоторые подписчики мне... начали писать заказы, чтобы я им там приготавливал какую-то еду. Но, ребят, к сожалению, я еще пока что этого не буду делать. Я буду записывать ваши заказы, но пока что я еще этим заниматься не буду, потому что я еще сам не разобрался, как и что нам тут делать. То есть я еще не знаю, будут ли, точнее, где... О, я тут заметил как раз неравномерность, но ладно. То есть я не знаю, где будут вообще ресурсы, где нам их доставать, где все нам делать. Но, ребята, в скором времени я постараюсь в этом всем разобраться. И вот тогда мы уже приступим к изготовлению нашей пищи. Сейчас просто-напросто доказываю тому человеку, который мне сказал, что вот, мол, там Эдисон, как я понял, в этом моде с едой вообще нифига толком нету, только одни салаты. Только одни салаты? Ты хорошо подумал, что тут только одни салаты? Смотри. Смотри. Посмотри, какие тут одни салаты. Ну просто посмотри, сколько тут тортов. Я буду молчать. Хотя нет, я не буду молчать. Кальмары. Всякие торты. Напитки. Потато-салаты, бейкеды всякие там, гамбургеры, яичница даже есть. А как яичница делается, я хочу узнать. Ребята, вы сейчас себе яичницу забабахаем. Ща, ребята, это будет круто. Яичница, смотри. Зомби-джерки, какая-то хрень. Ну да, салатов тоже много, но не только салаты есть. Смотри, сколько тут гамбургеров. Даже пицца есть, охренеть. Кукуруза. Бекон с яйцами. Смотри, что тут еще есть. Куча всяких пирогов. Куча всяких супов. Куча всяких, что тут еще есть? Я надеюсь, тут есть какие-то суши? Есть, потому что я вроде видел. Давно я видел всякие суши, но торты тут просто реально куча. Смотрите, чикен. Офигеть. Торты. Всякие, охренеть, тут всякие соки есть. Тут всякие бутербродики есть. Да ну нафиг, тут печенья всякие есть. Ребят, да какие нафиг салаты? Ну просто, я даже сейчас не буду ничего говорить. Просто смотри, я буду прокручивать колесиком мышки. Смотри. Это заснуть можно только в то время, как я буду прокручивать. Смотри, смотрите. Черепаха. Сколько рыбы. Кальмары. Раки. Всякие рыбы. Жабы. Ребята, мы прям станем... Ух, месье, пожалуйста, дайте мне одну жабу. Жабу, пожалуйста. Всякая хрень, да ну нафиг, креветки. Это, наверное, больше времени займет то, что мы будем еду себе делать, а не то, что мы будем покемонов прокачивать. Ну что, ребят, я выключаю геймод. И да, вы, может, уже заметили то, что я тут разровнял территорию. И я построил построечку, прям масло масляное, но все же. Что мы тут будем выращивать? То есть я не сделал ее прям очень большой, но смотрите. Вот, ребята, тут мы будем один ряд выращивать что-то одно, тут что-то другое. Что мы будем выращивать с левой стороны, нам будет показывать вот этот флаг. То есть вот этот флаг можно засунуть какой-то, ну, это как прям рамка, да. То есть ставишь рамку, и в рамку можно запихнуть какой-то итем, да, чтобы показывало, что там находится. С этой стороны вот это нам будет показывать. Тут то же самое. А почему тут вот так засыхает все? Тут же вода есть, как бы, вот смотрите. Но все же, я, может, потом это исправлю, может, и воды не хватает, но все же. Тут, ребята, смотрите. Или, может, там покемоны, там точно.
Паскуды, я забыл про покемонов. Эти заразы будут нам топтать тут все. Точно, я про это забыл, ребята. Нужно какое-то тут ограждение сделать. Я забыл, что у нас же покемоны есть, которые нам будут это все топтать. Я помню, в предыдущем сезоне в загоне. То есть, 10 на 5 блоков, которые находятся в здании. Чтобы туда зайти, нужно открыть один забор. То есть калитку вот. Чтобы открыть ту калитку, нужно пройти через коридор. И чтобы войти в тот коридор, нужно открыть еще одну калитку. Они как-то туда проходили и спавнились даже там внутри. И топтали мне все грядки, паскуды. Если вы вот сейчас будете это делать в этом сезоне. Ну вот, ребята, то есть 5 комнаток в этом. И 5 комнаток в этом ряду. И получается 10 комнаток. То есть я хотел сначала, знаете, делать каждую комнату для отдельного овоща. То есть, например, в этой комнате мы будем только капусту выращивать. В этой комнате, например, там помидоры, в этой там кукурузу, в этом там перец, да, или еще что-то. Но я подумал, ну, в принципе, зачем? То есть, мне кажется, будет вполне достаточно, если мы справа, в правом ряду будем выращивать кукурузу, тут помидоры, тут перец, тут капусту, тут еще что-то, тут еще что-то, тут еще что-то, тут еще что-то. То есть, два раза больше места, и, в принципе, мне кажется, мы, ну, еды мы, можно сказать, будем много готовить, да, я согласен, но все же, мне кажется, ингредиентов у нас будет просто до хрена, если мы вот это все будем делать. Нам нужно... Вот это я уже немного, ребят, пособирал, то есть кукумбер. Вот кукумбер нужно посадить. И летус нужно посадить. Вот, ребята. Вот первые итемы, которые мы будем садить. Ну, какие нафиг итемы, то есть первые овощи, которые мы будем садить. Это сюда, это сюда. И пускай вот это все растет. Я не знаю, брокколи, каулифор. Как это называется? Брокколи, я знаю что-то, а вот это капуста, тоже какая-то капуста. Как она называется, ребята, пожалуйста, скажите, как называется? То есть, как бы есть обычная капуста, есть брокколи, это тоже, ну, такое что-то, какой-то в сфере крутится. Еще есть какая-то капуста. Нет, ребят, я забыл, чай не вспомню, даже если буду сидеть вспоминать. Но зато, ребята, зато... Скелет, ни хрена себе. Ребята, Нет, я сделаю каждому по яичнице, ребята. Своим любимым подписчикам. Не забываем вступать в банду крутых перцев. Не забываем ставить лайки, потому что новая серия выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Будет ли это сегодня, или это будет через неделю, зависит, ребята, только от вас. Как она там делается, я уже опять забыл. Ну ладно, сейчас. Ребята, мы еще каждому подписчику сделаем по яичнице. Давайте, сейчас мы сделаем. Милк. Коконат милк, сой милк, соевое молоко, шоколад милк, фреш милк. Мик милк. Бакет. Вот это я хочу. Ага. Это кокосовое молоко. Ух, ни хрена себе. Обычное. То есть. Plain. Йогурт, ла-ла-ла, не нужен нам нафиг никакой йогурт, дайте-ка нам, как делается обычное молоко, ага, какао, ни хрена себе, ребята, нам еще, наверное, какао-бобы нужно будет выращивать, вот смотрите, мы йогурты можем делать, мы мороженое можем делать, мы шоколадное молоко можем делать. Ребята, это жопа, что с этим модом можно тут вытворять, прям офигеть, ребята, честное слово. Я хочу кофе себе, кофе или, давайте сначала кофе. Ребята, мы станем прям большими поварами. А где взять кофе бинс? А где взять кофе бинс? Ребята, я хочу кофе. Пожалуйста, скажите мне, где взять кофе бинс? Эспрессо. Кофе бинс, я хочу кофе бинс, ребята. Где их взять, пожалуйста, скажите. Кофе с молоком. Охренеть, ребята. Охренеть. А тут есть чай. Зеленый чай. Ребят, это прям охренеть. Короче, все, ребята, заканчиваем пиксельмон, начинаем кулинарный сезон. А прикиньте, сделать отдельный сезон только с этим модом. То есть, я не скажу, что там будет прям, знаете, там 200-300 серий, но мне кажется, серии так 30-40 будет. То есть, заняться полностью сезоном только кулинарией, чтобы...
от А, как начать делать какую-то еду, и до Я, до самого конца сделать полностью всю еду, которая только существует. Мне кажется, это прям охренеть будет. В принципе, ну, сезон, знаете, там повара, поварский какой-то сезон. Мне кажется, это прикольно. Потому что реально, то есть... познавательно, вот так, и мне всегда кажется, что это круто вот так. Ну ладно, то есть давайте сейчас сделаем себе по яичнице, потом посмотрим, сколько она восстанавливает, когда голод придет, да? И в этой серии, ребята, в следующей серии у меня есть какая-то новость по поводу музея, в какой-то степени замены музея, да, вы правильно услышали, замены музея, потому что, ребята, это уже не могу терпеть вот сейчас. Я нахожусь около своего дома, и музей находится около нас. У меня 17-18 FPS. Когда я отлетаю далеко от своего дома, у меня 60 FPS. То есть просто почувствуйте ту суть, сколько эти статуи жрут память. Майна, что прям так глючит, что это, ребята, с ума можно сойти. Это реально очень-очень глючит. Но я не знаю, ребята. Может потом какой-то, знаете, чуть-чуть музея заменить, или мне кажется, в какой-то степени это даже будет круче. Потом, ребята, увидите почему. Мы себе сделали 7 яичниц. То есть, Блисси, извиняюсь, мы ваши яички больше выкидывать не будем. Давайте их сюда, потому что, ребята, это действительно очень полезно. Ну что, сначала... Перед тем, как я уже давно собирался показать своим подписчикам, как же делать качалку покемонов, то есть создать свою собственную качалку, мы пойдем сначала убьем 10 Блисси. Давайте, ребята. Так, ну это сначала эти все овощи и фрукты нужно сюда поскладывать. И давайте, ну допустим, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, замечательно. И, нет, сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага, это можно выложить. И смотрите, ребята, это мы сейчас сюда выложим. Замечательно. Ну что, пошли. Пошли сначала убьем 10 Блисси. И я хочу попробовать эти яички. Мне кажется, они будут прикольные. Но мне само интересно, сколько они будут восстанавливать нам жизни. Будет ли это много? Я надеюсь, что будет. Около 2-3 где-то. Так, сейчас это еще сюда. Ну, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Фух, кто у нас по счету? Нам Тайфлоужену 2 уровня нужно прокачать, ребята. 2 уровня. Главное, не перекачай, потому что если перекачаешь... Нет. Нет, 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 я не хочу перекачивать Анжелку. Ху, я случайно Анжелку кинул в бой. Анжелка, не пугай меня так. Потому что если бы я тебя перекачал, я бы тебя убил. О, Тайфлоужен 40 уровень, ребята, замечательно. Дальше у нас идет... Не знаю, сколько тут у него. 183, 190, 200, 200, нет, нужно его еще прокачать, то есть, чтобы он вот так просто-напросто побегал. Пилсвайна я еще пока что не заменил, потому что ему нужна атака, атаки не попалась у него атака. Поэтому сейчас мы будем прокачивать Айпома, еще 13 уровней. Ну что, погнали, ребята. Давайте, это вторая Блисси, да? Да. Третья Блисси. Третья Блисси. Ух, куча уровней просто. Ух ты, четвертая Блисси. Большой уровень. Ну, этот удар на Блисси не очень. Ой, файтинг удары на Блисси. Ну, нормально. Так, сейчас. Сколько мы там Блисси убили? 1, 2, 3, 4. Ну что, давайте еще 4, 5. Замечательно. Уху-ху-ху-ху-ху. 5. Я не хочу перекачать Айпома. Не хочу перекачать его. 5. 6. Замечательно. Еще 4 Блисси.
Смотрите, ребята. Сейчас прям будет большая замена покемонов. Мы выкладываем Typhlosion. Давайте сначала всех посмотрим. Typhlosion 40 уровень. Айпом 40 уровень. Обезьянка. Но у него эволюции больше нету. И Анжелка тоже 40 уровень. Так, кто у нас дальше по счету идет? Да? Ой, нет. Третий бокс у нас уже полностью заполнен. Ребята, то есть в конце сезона должно быть около... Но в предыдущем сезоне у нас было где-то 6 и чуть-чуть... То есть 6 боксов и, может, где-то 2 строчки 7-го бокса. Сейчас, если добавили новых покемонов, будет около 7 боксов. А у нас уже почти заполненный 5-й бокс, ребята. Это уже, можно сказать, мы уже даже чуть дальше, чем половина сезона. Это тоже нормально. И прокачанных, смотрите, у нас уже 3 бокса прокачанных. Это уже 4-й бокс идет, тоже нормально. Typhlosion. Так, кто у нас дальше по счету идет? Сил. Victreebel уже прокачан. Почему-то он тут делает. Victreebel прокачан. Дальше Айпом. Вот тут у нас еще не прокачанные. Вот у нас тут. Да, Аэродактиль не прокачан. Апс, Арчен. Арчен. А разве мы не качали Арчиопса? Дайте-ка мне минутку, ребята. Дайте-ка я посмотрю, нету ли у нас Кабутопс есть. Арчиопс. Я же что-то помню. Или у меня просто действительно уже глюки. И то, что мне казалось, что мы качаем. А вот тут, смотрите, Метагросс 70 уровень. И Метагросс 50 уровень. Вот так. Зачем нам два Метагросса? Да, один Шайни. Но как бы один 70 уровень, один 50 уровень. Но все же то Шайни, можно и так сказать. Нет, ребята. Значит, мы просто Арчиопса не качали. Давайте я еще раз так потихонечку пройдусь. Ага. Нет, наверное, Арчиопса мы все-таки не качали. Наверное, это мне просто показалось. Можно и так сказать. Ну, я не знаю. То есть, смотрите. Нам нужно... Я не знаю, кого. Дроузи. Сейчас, ребята. Дроузи. Дайте-ка я еще посмотрю. Есть гипно. Вот гипно, да. И, между прочим, шайни. Поэтому Дроузи мы выкидываем. Дратини. Ну, давайте вот сюда. Вот так. Третий бокс. Ну, а третий бокс у нас же весь прокачанный. Значит, давайте вот так. Третий бокс прокачанный. Это сюда. Замечательно. Аэродактиля взяли. Анжелка у нас идет. Данспарс. Тоже прокачанный. А Данспарс последний вот то и дело. Значит, у нас Лидиан идет шайни. Данспарс. Ну, в принципе, давайте вот сюда. И все. Вроде у нас уже больше никого нету прокачанного, да? То есть нужно смотреть. Видел, Электробас, нет. В четвертом боксе больше тоже никого нету прокачано. Вот тут именно где-то снизу. Чичатот, ла-ла-ла. Энтея тоже, в принципе, наверное, где-то вот сюда можно поставить. Клефери, за-за-за-за. Замечательно. Еще 4 Блисси, ребята. Давайте сила прокачаем. Еще 4 Блисси. И мы идем. Я быстренько вам покажу, как делается качалка покемонов. Это очень просто делается. Прям супер просто. Но все же я хочу вам показать. Так. Ну, рест. Ну, ладно. То есть, такое. Замечательно. Еще 3 Блисси. Ну, ребята, Глейгар... Точнее, Глайскор у нас уже 59 уровень. Мы только его взяли в команду, он уже 59 уровень. Охренеть, как он быстро прокачивается. Это прям жесть. Так, Акваджет, ну ладно. Ну и давайте еще один уровень, точнее еще одну Блисси убьем и потопаем. Я быстренько покажу, как все-таки делать качалку. Там был 37 уровень, ну да ладно, то есть вот так, замечательно. Вот так. Уйди. Вот ты паскуда. И вот сейчас ты 47 уровень, да, заспанился? Вашу. Ладно. Так, ребята. Ну что, яички у нас есть. 7 яичек есть у нас. Мы еще немного Блисси поубивали. Давайте я немного стишу. Вот так. И полетим куда-то в эту сторону. Вот куда-то сюда, чтобы мы были... подальше от нашего дома. И я вам, ребята, сейчас покажу, как быстренько... Или давайте, знаете где? Давайте вот тут. Вроде мне говорили, что Селеби в этой версии не спавнится, ну...
Не спанится, так не спанится. И так мы тут побудем, если что. Ну смотрите, ребята, то есть тут бы это все чистить нужно. Давайте я сначала вот это все выложу. Мне же геймод нужен. Без геймода эту... Ну... Эту качалку ты не, вы никак не сможете сделать. Поэтому геймод, ребята, нужен. Геймод нужен. Так. Я просто тут ощущаю, чтобы час не сидеть, да, и не париться по этому поводу. Ощущать траву. Я вот так быстренько это все сделаю. Так, это сюда. Во, как залагало. Так, ну все, давайте я лучше тоже день включу, чтобы не мешало. Это кто у нас? What the fuck? Кто это? Ребят, я не знаю, кто это. Я увидел яйцо спавна и попробовал заспавнить. Может, это создатель какого-то мода, то есть он добавил свой скин, мол, вот, здрасте, я... Это, наверное, знаете, создатель мода на печке, потому что есть такая ассоциация, потому что, смотрите, у него на спине есть печка, значит, может, он создатель этого мода? Фиг его знает, ребята, честно. Ладно, главное, чтобы ты нам тут не мешал. Давайте я покажу, как называется этот блок, который спавнит. Ну, в принципе, спавнер. Спагетти. А, я хочу эту всю еду, ребята. Офигеть. Ну что, смотрите, как мы это делаем. Ну, давайте блок выроем и вот сюда ставим. Вот все. Этот блок спавнит любого покемона, которого вы только захотите. К сведению. Этих покемонов, которые я сейчас заспавню, то есть не кричите, вот, мол, Эдисон там читер. Ребята, я не читер, я просто показываю, как спавнить покемонов. То есть все покемоны, которые сейчас будут заспавнены, это только для того, чтобы показать, как это делается, да? То есть не для того, чтобы их словить и зачитерить, да, а только чтобы показать, как это делается. Смотрите, вот это у нас лист, то есть клацаем правой кнопкой и вот тут. Сюда мы можем вводить имя любого покемона, ну, допустим... Мью, или там, ну, хрен его знает. Лугия. Кто у нас? Давайте Селеби, вот. Селеби, Рарити. Вот это я забыл. Давайте один, допустим. Агрессион, дефолт, спаун, локейшн, ленд. Это чтобы где он спаунился? На земле, в воде, под землей, в воздухе. Но нам нужен на земле. То есть вот сюда мы вводим имя покемона. Сюда мы вводим, ну, его, наверное... Час, точнее, как он часто будет спавниться, что-то такое. Давайте вот тут введем один, макс левел. Давайте 50-й, мин левел, давайте 5-й, босс рейтио, давайте вот так. И вот, ребята, вот. Только смотрите, босс рейтио, наверное, нужно 100 ввести. Вот. Вот как, ребята, работает спаун. И когда ты убиваешь одного покемона... На его месте заспавнится другой. Ща. Если это действительно вот так выглядит. А ну, допустим, не Селеби, а давайте Рай... Давайте Райкваза. Райкваза 1. Ребята! Райкваза, смотрите на мини-карту. Райкваза показано, что она заспавнилась. То есть показано, как легендарный босс. Смотрите на Селеби. Не легендарный босс, а легендарный покемон. Смотрите на Селеби. Селеби не показывается. А вдруг Селеби уже спавнился несколько раз, а мы просто его не заметили из-за того, что не показалось то, что он заспавнился. Прикиньте, если так, то это жопа. Это жопа. Ну, давайте, ребята, еще быстренько повторим, как вот это все спавнится, чтобы потом закрепить результат. Он сам на меня напал. Так, ставим. Называется спавнер какой-то. Вот, еще раз смотрите. Ставим хоть куда. Ну, лучше скрыть, например, под землей, чтобы не было его видно. Например, под землю вот сюда поставить и скрыть.
Ну, перед тем настроить и потом скрыть. Но все же, я не знаю, может поставить и может нет, как вам угодно. Ну, смотрите, ставим, ребята, клацаем правой кнопкой, сюда пишем, допустим, я не знаю, да хоть кто, мью, сюда один, если вы хотите, чтобы он часто спавнился. Пишем один, сюда спавнтик, пишем тоже один, чтобы он часто спавнился. Спавн радиус — это на каком расстоянии он будет спавниться, например, если поставим 3 или там 2, то он будет спавниться кучнее, если там 8-10, то дальше, то есть от этого блока. Max spawn, то есть 5, это сколько будет, например, если мы напишем там, ой, прикинь, давайте 20. Min level, там, какой минимальный уровень, например, там, 20, какой максимальный, там, 50, босс рейтинг, это, 100, это, то есть, ну, иногда может заспавниться босс. 1, это, как бы, всегда будут боссы, смотрите. Жопа. Просто, смотрите, ребят, на этот дурдом на карте, смотрите. Охренеть. То есть даже некоторые из этих заспавнились боссами. Вот это прям... Давайте, ребята, я скрин сделаю. А то хрен кто поверит. Вот так, смотрите. Во. Ну, я надеюсь, ребят, я вам объяснил, как это делается. Это все очень просто делается. Ничего сложного в этом нету. Ну, что так? Давайте домой... Да вашу мать, эти прозрачные стены невидимые, вот смотрите, охрен его знает почему. ТП. Вот так. И в принципе все, ребята, я вам показал, как это все делается. Яичница у нас есть, но, к сожалению, в этой серии нам не удалось ее попробовать, потому что просто-напросто не было возможности, так как мы, видите, мы не проголодались нафиг. Я не знаю, может, давайте сейчас еще немного побегаем, то есть может сейчас появится голод, и мы сможем словить ликитунг, паскуда, иди сюда, я не знаю, чем тебя ловить, у нас... А, вот квикболы, я уже напугался нафиг. Так, квикболы. Ликитунг. Это третий раз, когда мы тебя пытаемся словить. Паскуда, ты языкастая, залазь в квикбол и не беси. Эх ты, мастер кунилингусов, залезь в квикбол и сиди там, пожалуйста. Не вылазь. Это третий раз, когда мы пытаемся словить эту паскуду. Эх, ты ж нахрен. А вот сейчас... Такими темпами, конечно, у нас болы быстро кончатся, если мы будем на таких языкастах использовать по 10 квикболов. Наконец-то, ребята! И плюс к тому 70% заполненного покедекса. Ребята, поздравляю, это круто, 70% это круто, ребята. Фу, то есть еще 30% и у нас будет фулл покедекс, я надеюсь, если мы, в принципе, сможем словить еще... 30%, да вашу мать. Нет, не 10 уровень, нет, спасибо, нам нужно вот это Старли. Босс, а не там 10 уровень. Так, иди сюда. Иди... Ужас, твою мать. Твою... Если ты сейчас улетишь, я натравлю на тебя, не знаю кого, но кого-то. Да, сказанул прям. Ну да. И спасибо на этом, конечно. Экспешера нету, но все же. Зато мы ликитунга словили. Замечательно. Как видите, ребята, голод у нас не очень так прям тратится. То есть по чуть-чуть, но все же. Этой построечкой мы займемся в следующей серии. Просто в этой серии я показал то, что я ее, ну, хотя бы чуть-чуть построил. И как чуть-чуть, я ее, в принципе, построил полностью, да. Но в следующей серии мы подробно будем в этом разбираться. Я не знаю, что тут еще можно садить. То есть я хочу еще, знаете, что... Где, ребята? Может кто-то из вас немного разбирается в этом моде. Напишите, пожалуйста, где нам взять Tia Leaf. То есть вот это, Tia Seed. Где нам взять листочек чая? То есть, где его достать? Может, он где-то в земле спавнится, может, еще где-то. Может, где-то на деревьях, там, в джунглях, или в саванне, или еще где-то. Фиг его знает, ребята, честно. Это во-первых. А во-вторых, где нам взять кофе? Я хочу кофе. Кофеечек, ребята. Где нам взять какао-бобы? То есть,
кофе-бобы. Я не знаю, честно. Но это, наверное, нужно искать. То есть вот так просто летать. И, например, где-то вот на земле это все искать. То есть, например, давайте сейчас что-то найдем. И покажем, как оно спавнится. Оно спавнится на земле, ребята, но сейчас... О, вот, я вижу где-то вот тут. Что тут будет? Ну, мне кажется, эти какао... Точнее, в принципе, какао тоже. И какао, и кофе, и чай, и вот эти все бобы. Мне кажется, что они спавнятся где-то там в этом... В джунглях. Смотрите, вот, бинс, то есть... Нормально, то есть смотрите, мы только полетали и уже, можно сказать, что-то нашли. А если, например, куда-то пойти там в джунгли, то мне кажется, мы тоже много чего найдем в тех же джунглях. Я не знаю, что-то спавнится в болоте, то есть, ребята, в болоте что-то спавнится? Давайте сейчас быстренько посмотрим, мне кажется, не. А хотя, ну смотрите, тут есть какая-то хренотень, давайте посмотрим. Хотя это часть болот, нет, это еще не болото, то есть это на входе в болото. Ну давайте посмотрим, может тут что-то тоже полезное есть. Опа, так, это сюда все нужно складывать. Так, давайте посмотрим, что тут. Ну вот тут только в болоте вот эта хрень, да? Да. Ну сейчас мы тут не будем никого ловить, это во-первых, потому что ночь, а во-вторых... Уже нужно заканчивать. Вот эта хрень, я не знаю, что это. Так, это. Ну, то есть, покушать толка нам не удастся, потому что, смотрите, у нас только одна палочка не хват... О, тут. Ребят, я не знаю. Честно. Ну ладно, убили так убили. Вашу мать. То есть... Ладно, не хотел я убить, но во-вторых, мне кажется, мне бы не разрешили подписчики убить, словить Shiny Blissey. То есть... Это то же самое, что я бы вот сейчас через эту спаун-машину, как я заспаунил там 10, 20, 30 мью... Если бы там а прикиньте, если бы там заспавнилась Shiny Mew, вы бы мне разрешили словить Shiny Mew, даже если бы она заспавнилась, но она заспавнилась не сама по себе, она бы заспавнилась через спавн-машину, которую я, можно сказать, сам взял и заспавнил Mew. Мне бы кажется, ребята, вы бы мне не разрешили словить Mew, хоть бы там 10 Shiny заспавнилось, мне бы кажется, вы бы не разрешили. Поэтому это бы тоже было в какой-то степени читерство. То есть, как видите, я даже продолжаю считать... Ты охренел просто. Я не понимаю. То есть, смотрите, ребята. Твою мать. То есть, ребята, смотрите. Я даже продолжаю считать босса в Blissey. То есть, когда мы убиваем Blissey, да? А я даже... Когда мы убиваем босса Blissey, когда, например, он заспавнится, да? То я даже продолжаю считать, что мы убили... Не обычную Blissey, а то, что мы убили... То есть, то, что мы убили не босса Blissey, а то, что мы убили обычную Blissey, потому что это, можно сказать, искусственно мы ее спавним. Мы ее не спавним, потому что она где-то заспавнилась, да, например. Она где-то заспавнилась, и мы сейчас бежим, чтобы ее убить. Нет. Она как бы заспавнилась нашей помощью, потому что мы установили ей этот спавн. И тот же босс считается как будто искусственный спавн. То есть... И сейчас та же Shiny Blissey заспавнилась, и мне кажется, если бы я словил... О, Lucky Edge, ни хрена себе, лучше бы ты нам XP Share мудачина дал, но все же спасибо тоже за Lucky Edge. Поэтому, ребят, я не жалею то, что я убил Blissey, потому что, мне кажется, действительно было бы читерство, если бы... То же самое мы сейчас можем пойти установить спам там, я не знаю, у Глейгоров, и прикиньте, если заспавнится Shiny Глейгор, и я его словлю. Или там Дракини Shiny, если заспавнится я... Ее словлю, то вы бы не кричали, вот ни хрена себе, ты взял, установил там блок на искусственный спаун, потом заспавнилась какой-то покемон, и ты его словил, то есть не обычным путем, как пиксельмон спавнится, а как бы сам поставил, она заспавнилась, и ты словил. То мне кажется, действительно, ребята, было бы это читерство, поэтому нормально, что я убил. Но то, что я убил одну Blissey, да, то есть в этой серии мы убили не 10 Blissey, а 11, можно сказать, но я случайно убил, и я хотел чуть стукнуть, чтобы попытаться, но...
актеры. То есть в следующей серии мы тогда убьем 9 песен, ничего такого страшного нет. Ну все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Не забываем, что новая серия выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Зависит от вас, или сегодня, или там через неделю, или через две недели. Зависит, ребята, только от вас. Поэтому на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.